Вас беспокоит отдел МВД полиции по городу Анапа. У нас произошло возгорание на третьем этаже, около актового зала. Краснодарская, 111. Людей эвакуируем. Примите меры, пожалуйста. Из здания полиции началась эвакуация. В считанные минуты прибыл наряд противопожарной службы. Предполагаемое возгорание началось на втором этаже. Эвакуация прошла успешно. Совместные учения МЧС и полиции по городу-курорту проводятся в административных зданиях. Из жилых помещений эвакуируют людей. В учреждениях приходится спасать архивный фонд, важные документы и технику. Данное мероприятие проводится с целью предупреждения пожаров в здании УВД и в административных зданиях других подразделений. Это запланировано ежеквартально. Мы проводим это для того, чтобы быть всегда начеку и готовыми к тому, чтобы предотвратить пожар или своевременно произвести спасение людей и документации в случае пожара.